Чем занимается Сережа? Сейчас будем ставить код Zero. То есть для этого у нас есть кронштейн, для кому-то почему-то не закручивается. Я сейчас принесу плоскогубцы, и он у нас закрутится. На паузу поставь. Когда мы собирали парус, у нас оборвался фал, поэтому парус мы вылавливали из воды, и он у нас не скручен, а вот такой вот. Какой есть. Да. Белый и воздушный. Да. Короче, что Дина только что обнаружила. Та-дам! Короче, шить я это не хочу. Может быть, попозже буду шить, когда будет настроение. Но по прогнозу ветер, я думаю, только сегодня такой говёненький. Потом должен дуть 25. На попутном ветре это значит, что будет около 20-ки нам хорошего ветра. Поэтому парус ныкаем обратно. Нас тут уже начало чуть побалтывать. Некоторая турбулентность появилась на отходе. Идем под мотором, потому что ветра нету вообще никакого. 7 это не тот ветер, при котором мы можем нормально ходить. И вот я могу сейчас показать. Покажи экранчик. Сейчас покажу, куда мы идем. Короче, вот находится Порт Луис. Вот. Идем мы на север Мадагаскара. С севера Мадагаскара мы идем в Кению. Вот это вот наш переход. 1444 мили. Из нашего перехода мы прошли 18,9. Вот это то, сколько мы уже прошли. Мы прошли чуть... Сколько это мы прошли? 1%. Сегодня день второй. Назовем мы его, наверное, День сурка. Вообще нужно было День сурка назвать наш канал. Потому что у нас, в принципе, вот то, что здесь происходит, я не знаю, я думаю, на камере непонятно. Но колбасня такая, нормальная. И ветер от 20 до 30. Но самая большая проблема — это волны. Это волны, которые идут с разных направлений. Вот такие. И мы с нее сейчас будем скатываться вниз. Вот, и вот следующая идет. Сейчас хорошо, они еще нам идут в жопу, поэтому нас сильно не колбасит. Вот. Ночью поспать не получилось. Короче, мы из-за волн даже думали вернуться, потому что они реально такие себе, совсем не в кайф. Вот, разбиваются иногда об лодку. Попробовали вернуться, прошли где-то 15 миль, поняли, что это затея глупая, нужно идти только вперед, потому что против такого ветра и против таких волн шанса вернуться просто ноль. Да, буду держать в курсе дела. Мы за вчерашний день мы начали где-то часов 12, и за день мы пришли 112 миль, ну не за день, а до 8 утра 46 минут. Поэтому мы идем неплохо. Вот у нас скорость около 6, но приходится постоянно бороться с океаном, просто бороться постоянно. У нас вышел из строя автопилот. Вернее как, его можно включить, он работает, но после через какое-то определенное время он делает такое пи-пи-пи-пи-пи и отключается. Я так понимаю, что он просто перегревается, потому что для таких условий мне сложно сказать. Там, в принципе, вот я сравнивал с автопилотами других, так у нас еще мощный автопилот стоит. Может, просто в таких условиях ему очень тяжело, и вообще лодки в таких условиях на автопилотах не ходят, я не знаю. Ну как-то же это все получается в этом мире. И есть более дохлые автопилоты, вообще такие тонкие палочки маленькие. А тут мощный. Не знаю. Я тебя снимаю. Диана готовит еду. У нас там он все рассыпалось. У нас там вообще мрачняк. Красоту снимаю. Индийского океана у нас нету. Мы сейчас проходим какой-то опять очередной эпицентр. То ли гроза, то ли, в общем, непонятно что. Но по прогнозу погоды, вот я его смотрю каждый день, он у меня выкачан. Потом я покажу, как это делается. Ну вот, у нас сегодня ночь была жесткая вообще. Качало. Вот у нас все тут валяется. Все, что можно было разбросать, уже разбросано. Сейчас я буду здесь делать кофе, это я тоже покажу. А пока прогноз погоды. Я обещал прогноз. Вот эта точка, это мы. Но вот такая вот приятность вокруг. И вот через нас вот эта туча фронт проходит. И все. И вот к 15 часам сегодня уже должна быть нормальная погода. Ну, нормальная. Лучше, чем сейчас. А какая она сейчас? Сейчас увидите. Опять эти блядские черные тучи. О, даже видно небо. Присутствует небольшая турбулентность. Тут непонятно, наверное, сильно болтает. Может, отсюда будет лучше понятно. Ну вот какую-то картину он дает. Что мы делаем? Наливаем воду. Я думаю, что так как кофе делать все и так прекрасно знают. Ну, из закачки это выглядит все немножечко по-другому. Ну, в общем, вот так вот все насыпается. Потом ставится на огонь. На больше пока ни сил, ни возможностей не хватает. Потому что качает безбожно. Ну, в общем, вот кофе вот так вот и делается. Просто при такой качке. А там вот видно, что сзади происходит. Тут в окне видно, вон там болтающееся море. Вот такие вот условия у нас выглядит. Да, беспорядок, но наводить его никто не в состоянии сейчас. Как вы видите, этот яхтинг чуть-чуть отличается от того, что в Средиземке пить шампанское с лобстерами. Тут тоже прикольно, конечно, по-своему, но радость очень спорная. Вот. Итак, что за сегодня произошло? Мы прошли уже 247 миль. Это мы неполный второй день. Как я уже сказал, началась плохая погода. Рассвет. Опять же, панорамка. Сегодня будет непонятно на камере, но я еще раз покажу. Автопилот у нас, кстати, работает час, потом час рулишь, он остывает, потом опять час рулишь, он опять работает. Это море по прогнозу погоды красное, то есть ветер не сильный, ветер до 30 узлов, а вот условия, то есть еще раз повторюсь, ветер не сильный, до 30 узлов, но то, какое море, это очень тяжело, то есть это в красной зоне. Очень короткие волны и очень высокие. То есть волны 4,3 метра с периодом 6 секунд. Ветер у нас попутный. То есть мы идем на фардаке. Но здесь есть одна маленькая особенность. Волны идут сзади, вот они. Потом вот это вот идет под углом сюда. О, кстати, радуга. И вот волны идут под углом сюда. То есть с какой стороны и как ты не иди, у тебя будет все равно вот такая качка по трем направлениям. В обычных океанах идет с какой стороны волны, с такой стороны ветер, вернее наоборот. С какой ветер, с такой волны. Тут это просто какое-то мракобесие, оно живет само себе какой-то понятной жизнью, этот Индийский океан. О, вот еще одна волна идет. Так и живем. Нужно обязательно проверять, все ли в порядке с такелажем. Он имеет свойство рваться. Так вот, сейчас идем на нос. Проверяем шкоты. Шкоты в порядке. Мы идем просто под стакселем, потому что мы идем на попутных ветрах. Так, тут все окей. Тут все окей. Наверху все равно ничего не понятно. Но будем надеяться, что же все окей. Перебежками. Это скорость ветра 30 с учетом того, что мы идем 7. То есть если мы сейчас развернемся туда, то это будет 42, 44. Мокрое, потому что периодически накатываются волны и заливают полный кокпит. Это волна, которая упала вот так вот сверху, то есть все забило. У нас начался 4-й день нашего пути. С погодкой нам опять, ну в общем, уже об этом говорить каждый день мы не будем. Ветер немножко стих, прошел такой нормальный шторм. Вчера мы в нем, вот я показывал. Что мы решили сделать ночью? По дороге был такой остров Ила-Тамарин. Мы решили на него зайти, чтобы переночевать, немножечко выдохнуть после вот этого вот жестякового моря. В общем, это был эпик фейл, потому что я сейчас покажу. Вот тут находится этот островок. Островок маленький. Всего несколько миль в длину, и, как оказалось, он совершенно ничего не закрывает. Поэтому мы стали, бросили якорь, ну, насколько это было возможно, поняли, что при такой жестяковой качке спать не получается, потому что это то же самое, что просто можно дрейфовать в открытом море. Я не выдержал, начал психовать, перешел ближе к острову, но еще ближе я уже не хотел, потому что там уже риф прямо где-то рядом был. В общем, волны заходят все равно очень большие, ничего не защищает. Я так понимаю, что если бы ветер был просто, господи, восточный, то тогда было бы нормально. А так как он юго-восточный, то в этом, или южный, то есть там вообще это все такая болтанка жуткая. Ну, в общем, мы там постояли 2 часа, попытались заснуть. И вперед, пошли дальше. Может быть, зайдем на Мадагаскар, может быть, еще пару островов по дороге, просто чтобы отдохнуть, потому что очень тяжело идется. На самом деле, условия абсолютно нормальные, то есть не фатально. Единственное, что усложняет, это то, что не работает автопилот и уже просто вымотанный очень сильно. Я не знаю, что с ним такое. То есть я, может, его разберу. Вот он сейчас, после того, как я перегрузил приборы, вот час уже работает. Но мне нужно постоянное надежное решение, а не вот такое, что-то. Хотел несколько слов сказать еще о погоде. Вернее, не о погоде, а о нашей одежде. То есть я одет вон полный непромоканец поверх свитера, а температура на самом деле 22-23 градуса, то есть не так, чтобы и холодно. Но ночью оно такое проморзглое все, еще и постоянно лупит такой маленький дождик, ну не постоянно, но периодически бывает, а потом раз и солнце, и нормально. Не показывал, потому что все равно ничего не видно. Хотел показать одну application, которой вот я пользуюсь в этих часах. Яхтсмены оценят. Выбираем Anchor. Он определяет текущее местоположение. Выставляешь, говоришь бросить якорь, выставляешь радиус. Вот радиус дрифта у меня стоял 100 метров, потому что мне в принципе было все равно. Если даже нас снесет, нас снесло бы в открытое море. Интервалы, которые он трекает, 30 секунд, 60. И говоришь бросить якорь, и он начинает считать радиус от точки якоря, и если лодка сползает, он начинает сильно орать. Очень удобно, который мы сегодня ночью эпически прокакали. То есть вот здесь вот мы даже стали, тут стояла наша лодка, но волны здесь заходят с этой стороны и с этой стороны. Потому что сейчас я думал, что они будут защищать. Но, возможно, они защищают только от этого направления. А волны шли вот так. А волны большие. И дуло еще к тому же 25. И нас еще и тащило по чуть-чуть. Ну, мне как бы пофиг, утащит себя в океан и утащит. Но грохот такой был, потому что там кораллы, якорь по кораллу, это очень шумно. 4-й день. Наконец-то сейчас условия на море такие, что получилось сходить в душ. И второй горячий кофе за все это время. Это такое блаженство. Хорошо идет, да? Сейчас есть небольшая минутка, я решил почитать. Читаем мы книжек. У каждого есть своя книжка, потому что это единственный нормальный вариант, который на лодке. Очень важно, чтобы в книжке была подсветка. Это не влагозащищенные книжки, но как бы это не страшно, потому что сильно не заливает. А если заливает, то читать не хочется. Поэтому, если хорошая погода, тогда берешь и читаешь. Вот. А так как иногда ночью на вахтах сидишь и не спишь, то можно взять и почитать. И главное, чтобы была подсветка. То есть очень удобно, можно сохранить кучу книг, скачиваешь себе их бесплатно и потом читаешь на протяжении всего перехода. Точно так же делает Дина, точно так же делает Диана. У каждого свой ребенок. Я проверяю прогноз погоды. Для этого я уже показывал программу, но вот сейчас я покажу ту точку, где мы находимся. Вот. Это таблица течений. Сейчас мы идем против течения, но на попутном ветре. То есть сейчас вот ветер вверху 24 узла. Стоп. Вот так. 22. Волны 4 метра. Cloud coverage 8%. Ну, то есть это то, как это выглядит сейчас. 25 градусов. Но здесь это холодно, реально холодно. Я сейчас буду одевать куртку. Сейчас я переключил на волны, то есть это все в красной зоне. И вот здесь вот 4,1 метра. Это нас ждет впереди. А сейчас у нас 4 метра. Ну, то есть, в принципе, то же самое. Вот эти циферки, это означает период. То есть волна проходит раз в 7 секунд, раз в 8 секунд. Ну, а с уменьшением волн, соответственно, уменьшается период. То есть раз в 6 секунд. А короткие волны вообще идут раз в 6 секунд, то есть это будут такие более плавные, более спокойные волны. Вот, то есть это то, что сейчас происходит. Теперь cloud coverage — это то, что сейчас нас ждет, то есть здесь все спокойно. Это грозы, здесь грозовые. Вот это, в принципе, то, как затянуто небо, но это все не страшно, это все мелочи, то есть это я даже не смотрю. Так, ну и ветер, вот, то есть... Зеленый, зеленая зона с небольшим пожелтением. И тут вот есть даже красный момент, но это как раз на мысе. Ну, мы там, скорее всего, и будем проходить. То есть, ну вот я, в принципе, рассказал, как пользоваться метео. Пришло время утреннего обзора. За ночь у нас такие новости. Мы идем с автопилотом, каким-то мистическим образом он начал работать. Держу пальцы, чтобы это так и дальше продолжалось. А ночью прошли дожди сильные, поэтому у нас все мокрое. Я тут расстелил тайский ковер. Ну, счастье продлилось где-то минут 20, потому что из-за борта прилетело, я не знаю, литров, наверное, 100 воды меня накрыло. И, короче, ковру все. Ну, поехали, посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, новости какие-то нехорошие. Фак. Это пин из каретки. Сточилась ось. Теперь вот он болтается. Это нехорошо, потому что у нас на этом галсе мы много времени провели. Но это лечится, конечно. А вот и, кстати, и ось. Она состояла из двух частей, она просто здесь перетерлась, но это мы исправим. Я ее просто вставлю вот так обратно. Единственное, что нужно будет сделать, это чем-то ее вот здесь заклеить. Это просто стопор. Ну ладно, с этим разберемся попозже. Поэтому я и провожу вот эти вот все обзоры утренние. Так, тут все нормально, тут не перетерто, барабан целый. Смотрим на парус. Надо будет курс чуть подкорректировать. Так, на палубе куча шелухи, значит, во время дождя на нас прыгали летучие рыбы. Сейчас мы их будем искать. Кстати, и она. Извините, немного камеру болтает, но это из-за того, что... О, еще один карась. сегодня севиче. Это немного, но по маленькому кусочку свежей рыбки будет. Итак, смотрим дальше. Мы прошли 511 миль, осталось 1000. Скорость у нас нормальная. Ну вот, где-то так. Теперь, где мы сейчас находимся? Вот это север Мадагаскара. А вот остров, откуда мы вышли. То есть мы прошли где-то треть пути. Потом мы доходим до Комор. Может остановимся, может нет. Поворачиваем левее и уходим прямо в Кению. Вот это вот наш план. А ночью мы сменили галс, поэтому появляется вот такая вот зазубринка на нашем курсе, потому что поменялся ветер, он начал уходить в сторону, в сторону, в сторону. Я тянул его там миль до 15 от нашего курса, а потом просто сменил галс и пошли уже дальше нашим курсом, потому что ветер еще дальше сполз, как раз на противоположную сторону фордвинда. Далее, как обычно, у нас заполнение бортового журнала. Вот у нас наш переход в Кению. Вот уже... Раз, два, три, четыре, пять. 5 дней, но это с учетом перехода в Порт Луис. А так у нас уже 4 дня мы идем. Что мы едим в переходе. Вернее, даже не так. Как это все готовится. Так, заходим в темноту. На самом деле, когда качки не видно, это понять можно только по плите. Я сейчас сниму это все более широко, чтобы была видна и плита, и то, как болтается все в двери. Ну, как бы непонятно это, мне кажется. Так, у нас вот тут салат, кукурузер и жареная картошка. Сыр где-то был. Ну что, как тебе готовить в качку? Мое любимое занятие. Вот. Есть, это наше любимое занятие в переходе, как я понял. Просто оно, когда совсем плохая погода, весьма редко получается. Но сникерсы — это отличное решение, я считаю. И яблочки. Яблоки и сникерсы. Яблоки и сникерсы. Итак, ладно, выходим наружу. У нас тут все без изменений. Как качало, так и качает. Друзья, у нас сейчас 5-й день нашего путешествия. Ой, что это такое вкусненькое готовишь? Колбаса. Ух ты! С сыром. Утренние бутерброды. Утренний кофе. Сегодня ночью было не очень хорошо. Это сейчас вот я показал на улице, там видно даже солнышко. А сегодня ночью, с самого вот вечера, как только стемнело, до самого утра, ну практически там часов, наверное, до 4, хренячил дождь. Причем тучи приходили, они меняли направление ветра. Приходилось изменять направление движения лодки. И при этом ты все время стоишь мокрый. Никакого комфорта. Хотя в прогнозе погоды этого уже давно нету. Потому что в прогнозе должно быть солнышко, красиво, не облачко, ничего. Ну, вот как-то, да. Дина подсказывает, они обманывают. Вот. 8 утра. Вот это слева Мадагаскар. Вот его самая северная часть. До вершины Мадагаскара, если взять вот по направлению пути, осталось 57 миль. Мы уже прошли 668 миль. И осталось нам 845. Вот так выглядит картина в целом. Вот отсюда мы вышли. Сюда мы уже дошли. А вот нам вот сюда вот эта конечная точка. Ну и скорость у нас там около 7. Это очень еще связано с тем, что здесь сильное течение, около 2,5 узлов, 2 узлов. А мы на самом деле идем не быстро, просто в итоге получается вполне нормально. Итак, всем привет, Диана, привет. Мы сейчас расходимся с кораблем. Вот корабль Ориент Джасмин. Его длина 190 метров, ширина 32. Господи, что за корч такой маленький. Speed of ground 14,2. Идет в Момбас. При таком море его, конечно, тяжело обнаружить. Я не знаю, видно его или нет, но вот там вот сейчас мы наверх волны выползем. Вон там вот вдалеке стоит корабль. Ну мы в принципе с ним расходимся, мы впереди него. Сказать, что мы уже прошли 712 миль, разменяли 800. Находимся мы вот север Мадагаскара. Мы его сейчас проходим, и вот уже выходим на прямую дорогу на африканское побережье. Будем проходить мимо Комор, посмотрим по настроению, может быть остановимся, может быть нет. Если будем хорошо идти, будет хорошая скорость, то пройдем прямиком, а если нет, может и остановимся. Прямо. Короче, посмотрим. На северной части Мадагаскара. Здесь несколько течений и волн происходит с разных направлений. И достаточно такой жестковатенький океан, потому что волны идут, вот тут видно, они даже не с нескольких направлений, они просто хаотично болтаются. Есть основные, которые идут вместе с нами, а есть еще куча, которые вот просто болтаются за счет течений, ветров там и прочего. И у нас сейчас такая достаточно жесткая турбулентность. Вот здесь вот сбоку хорошо видно, что эти все волны идут как попало. Некоторые большие, да, но все остальные, вот почему-то сейчас эти идут вот сюда на нас, те идут вот сюда на нас, и еще они между собой там что-то болтаются. Ну, короче, может скоро успокоиться, будем надеяться. Я хочу спокойный яхтинг, я устал. День путешествия, какой-то 6-й, наверное, неважно. В общем, где мы сейчас находимся? Сейчас я покажу, это на прогнозе погоды. Мы сейчас находимся вот здесь. То есть, если мы возьмем все побережье, идем мы вот сюда. И вот мы идем вот отсюда. То есть, мы вот эту вот часть уже прошли. Большую часть, чем вчерашний день был прикольный. То есть, мы прошли вот здесь, через вот здесь вот этот мыс, зашли через север Мадагаскара. Здесь было течение достаточно большое. Короче, мы вчера прошли почти 200 миль. Ну, правда, на севере Мадагаскара были очень большие волны, я вчера показывал. Нас сильно болтало, и когда течение уходит, и волны уходят в разных направлениях, очень большая турбулентность. То есть нас там поболтало нормально. В общем, что нам осталось? Мы уже прошли 862 мили. До точки поворота между островами осталось 46 миль, мы потом идем на север и потом опять возвращаемся на наш курс. До точки прибытия нам осталось 651 миля. Здесь еще течение достаточно сильное, но оно попутное, поэтому есть шанс, что я подержу еще до конца вот этих островов, которые, наверное, к Коморам относятся, я не знаю. Подержу до по югу, до самого последнего острова, а потом уже поверну. Это нам даст небольшой буст, потому что скорость течения здесь около 2,5 узлов, ну, может, в том месте будет уже 1,5, но это все равно нормальный пинок, если по суткам посчитать. То есть, если один узел в плюс, то за сутки мы пройдем на 24 мили больше, если 1,5, соответственно, на 36. А это нормальный буст, нормальное ускорение для нашего путешествия, потому что за 10 дней мы сэкономим почти 2 суток. Но 10 дней у нас нету, поэтому как минимум, если у нас получится сутки сэкономить, это будет круто. Ну вот, буду держать вас в курсе. Я называл уже базу технической информации, собственно, чем мы занимаемся. В большинстве своем это вахты. Ночью иногда получается сейчас поспать. А вот, допустим, за 2 дня я прочитал книжку «Дюна» всю. Я ее уже читал, правда, это еще из юности. По-моему, даже несколько раз, но эта книжка вот такая, она толстая, если в бумаге. В общем, я решил ее прочитать, получилось прочитать ее за 2 дня. Вот что значит иметь некое свободное время. Вообще на лодке очень много получается читать, если это входит в любимые привычки. Можно смотреть какие-то сериалы, потому что у нас запускается генератор все равно раз в сутки, чтобы зарядиться, потому что солнца мало, постоянно такая погода такая. В общем, запускаемся для зарядки, и получается зарядить компьютер, и можно посмотреть какое-то кино даже. В общем, живем нормальной жизнью. Посредине океана их огромное количество, огромное. Но на самом деле не так, чтобы это совсем посредине океана. Мы проходим мимо острова, мы на него заходить не будем. Здесь вот он находится. И здесь, наверное, очень много рыбы сейчас, потому что здесь уникальная флора и фауна на этом острове. И написано, что большим кораблям, которые везут там масло и нефтепродукты, вход в эту зону запрещен. То есть здесь, видно, есть уникальная какая-то природа. Мы решили пойти дальше, потому что нам осталось 600 миль до Кении. Я уже хочу быстрее туда попасть, потому что мы уже неделю, практически неделю в океане. Хочется уже ступить ногой на землю. Диана? Так, у нас Сережа поймал рыбу. Диана? Что? Сети у нас нету, да? А возьми вот фишфакер, пожалуйста. Фишфакер? Хорошо. Ага. Когда со мной были ребята из Израиля... Это он? Да. Дор сделал такую штуку, которая у нас называется фишфакер. Это большая? Думаю, что не очень. Да давай кали его! Ой, как будто не настоящий, да. Да, краса. Дюна! Так, как я уже говорил, у нас здесь из местных развлечений это чтение. И вот я прочитал книжку Марка Леви. Это из тех, которые мне понравились. Называется «Странное путешествие мистера Долдри». Короче, рекомендую. Аж в конце слезы потекли. Ну, может, я просто сентиментальный стал из-за того, что мы где-то в океане и уже пора на берег, но не суть. Короче, еще раз покажу море. Я еще с такого ракурса, наверное, лодку не показывал. Так вот нас побалтывает. Море успокоилось. Ветер успокоился, стал не больше 20, но на нас давит где-то, наверное, не больше 15. Потому что у нас еще большое течение, нам помогает. Короче, релакс. Я надеюсь, что такая погода и такое море будет уже до конца нашего путешествия до Кении. У нас время вечернего просмотра кино. Что мы будем делать? Есть сникерс и смотреть какой фильм? Калифорникейшн сезон 6. Калифорникейшн сезон 6. Серия 10. То есть мы его уже почти досматриваем. Класс. Ранее в сериале. Чем?